Откровение. Почему она, а не он? Ну, потому что много общего. Во-первых, я творческий человек, и с ее стороны харизма она зашкаливает. И очень много. Очень большой позитив в этом. Мы как бы мыслим в одном направлении, не в разных, а в одном. Любовь, нежность. Я такого раньше не знала. От мужчин там не знала. Будучи 3 раза замужем, я этого не знала. Я этого не видела. Я этого не чувствовала. Сейчас все есть. Думать и вспоминать о том, что было, ну, с ней, это нереально просто. Не знаю. Это не то, что даже просто нереально. Это просто волшебно. У меня такого никогда ни с кем не было. С ней было. Я не могу отказаться от нее. Я ее люблю. Она меня любит. Мы стали как единое целое. Вот попробуйте пальчик разорвать на 2 части. Не сможете? Вот и мы не можем. Вот и мы не можем. Потому что сейчас данное слово, такое как мы, оно актуальнее всего на свете. Да. Вот поэтому откровение заключается в этом.